Йо-йо-йо, привет, бро! И пока Майя в школе, я решил еще снять одно полезное видео для вас. Очень часто спрашивают, как с вами поиграть. Могу ли я поиграть в Роблоксе с вами, когда вы играете в какую-то игру? Как вам туда попасть? В общем, это очень просто. Сейчас я вам подробно все расскажу. Итак, друзья, заходим под своим ником и паролем в Roblox. Итак, попадаем на свою страницу. Сразу мы видим всех своих друзей. Можно вот раскрыть и увидеть, кто сейчас в сети. Вот по такому значку зелененькому. Вот нажимаете на профиль. Вот я захожу к Майе. Попадаю к Майе. И если я нажму на эту кнопку Join Game, или если вы играете на телефоне, вот, будет просто кнопочка Join, вы попадете к Майе в игру. Друзья, также вы можете найти кого-то через строку поиска. Если у вас человек еще не в друзьях, вот я вбиваю Майя Пандочка, искать ее в Роблоксе. Вот ее профиль. Она сейчас в игре. Вот по этому зеленому значку я вижу, что она играет в Роблокс. Захожу к ней на страницу, вот, и нажимаю тоже кнопку Join Game. Друзья, вот так вот просто можно оказаться у Майи дома или в игре, в которой она играет, просто зайдя на ее профиль и нажав на кнопочку Join Game. И забыл сказать, что, конечно же, вы можете попасть к Майе или кому-то другому в игру, если у него или у нее открыт доступ для всех. В Роблоксе можно делать настройки только для друзей, доступ или для всех, там, для фолловеров, для всех. Время сходки мы открываем доступ для всех. Обычно сходки у нас проходят на главной площади в Мипсити, вот здесь. Так что, если вы еще не были на наших сходках в Мипсити, приходите. Мы делаем из них классные видео. Вам понравится, смотрите у нас на канале. Если захотите поучаствовать тоже в наших видео, приходите на сходки сюда, мы вас ждем. Мипсити сейчас вот такое классное обновление ко дню всех влюбленных. И, кстати, друзья, на День Святого Валентина мы собираемся сделать сходку вечером, о чем мы объявим заранее в нашем следующем видео. Также мы сделаем сообщение в группе ВКонтакте на странице Майны, ссылка под видео. И также будет сообщение на YouTube. Кто подписан на наш канал и нажал на колокольчик, получает от нас все сообщения о сходках, о выходе новых видео. Друзья, так что обязательно жмите на колокольчик, это очень важно. В общем, друзья, приходите на сходку, будем рады вас всех видеть. Друзья, ну а теперь конкурс. Вставляем нашу ссылку на видео с ответами, поехали. И выигрывает на этот раз Наст Робло. С комментарием «Обожаю эту песню». Поздравляю, Наст Робло, тебя, и теперь ты наш друг в Роблоксе. И ко дню всех влюбленных Майя тебе подарит в Мипсити подарок. Друзья, но вы не отчаивайтесь, продолжаем играть в наши конкурсы, каждое видео практически. Для этого нужно всего лишь подписаться на наш канал, написать любой комментарий и поставить жирнющий лайкосик в видео, которое участвует в конкурсе. Всем пока! Пока-пока, бро!